прощаемся с этими кроссовками. Вот они лежат, утоптанные в усмерти. Они немало потоптали земель. Они были в Германии, были в Италии, Белоруссии, Польше, Великобритании. Конечно же, по России потоптали не один город. Они служили мне верой и правдой, пока не развалились просто в хлам. Ну все, пора прощаться. Может быть, кому-то есть что сказать? Этого стоило ожидать.